Где же Игорюша? Где же Игорюша? Где же Игорюша? Игорь, привет, что делаешь? Да вот тут рисую. Понятно. У меня такое ощущение, что я что-то забыл. Ты ничего не забыл? Нет, ничего не забыл. Уверен? А то что-то мне кажется, что мы что-то с тобой забыли. Сегодня какой день-то? Так вторник. Ну ладно, ладно, рисуй. Если что-нибудь вспомнишь, скажи. Хорошо. Я тоже подумаю. Все-таки мне кажется, что что-то мы сегодня забыли. А что мы забыли? Да вот не знаю. Папа, я вспомнил, сегодня же розыгрыш. Да, точно, розыгрыш. Я-то думаю, вторник, мы же обещали ребятам разыграть машинки. Ты доставай же скорее машинки, мы их разыграем, чтобы... Хорошо, я прекращаю рисовать и достаю машинки. Вот это другое дело, наконец-то мы вспомнили. Стоп, а где они? Где? Да где? В комнате ищи. Или ты уже забыл, где они? Я знаю, где они. Папа, я забыл, куда мы их убрали. Как забыл? Я вообще не знаю, где они. Что делать-то будем? О, у меня, папа, идея. Давай играть в прятки и, может, найдем машинки. Классно, как всегда. Молодец. Давай на Эники-Беники. Давай. Эники-Беники ели вареники, Эники-Беники бац. Ты водишь? Да. Значит, закрываешь глаза и считаешь до 10? Да. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать. Надеюсь, не найдет меня. Я иду искать. Я тебя нашел. Пап, ну я тебя нашел, теперь ты воду. Отлично, я не против. А ты пока искал, не нашел машинки? Нет. Ну ладно, давай, я вожу. Закрываю глаза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать. Где же Игорюша? Где же Игорюша? Где же Игорюша? Я тебя нашел! Как-то ты плохо спрятался. Как ты думал, что я здесь? Ну видишь, как я быстро тебя нашел? Ну я машинки тоже не видел, пока бегал. Ну что, теперь ты водишь? Хорошо, я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. За дверью. Да. Ну что, не было машинок? Нет. Я вожу. Да. Поехали. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать. Там-там-там-там-та-дам-там-та-дам. Тан-тан-тан-тан-та-дан-тан-та-дан. 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 Ну что, опять машинок не было? Да, не было. Видишь, я даже с камерой бегаю за тобой, чтобы, если что, увидеть и записать. Ты все-таки второй раз меня. Ну что, водишь ты теперь? Да. Ну, закрывай глаза. Да. Я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, нет, нет. Может, он тут? Куда же он бежал? Странно, что-то его не видно. Ха-ха-ха! Я сам!
Ну, снова я считаю. Да. Удачи найти машинки, а мне удачи найти тебя. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь нет, понятно? Здесь на кухне нету. Может, в холодильнике? Нет, в холодильнике нет. Может, посудомойки? Посудомойки нет. Может, в стиральной машине? В стиральной машине нет. Так. Здесь тоже все темно, нету. На лестнице? На лестнице нету. Так. Может быть, где-нибудь вот здесь и здесь нету. Где же Игорюша? Ну-ка, камера, помоги-ка мне. Где он может... Я! А он сам сдался! Он сам крикнул и сдался! Ну что, я нашел тебя. Теперь у тебя есть шанс либо найти машинки, либо найти меня. Да, а если я найду машинки, то я выиграю и получу медаль. Или... Закрывай кубок. Глаза, я побежал. Да. Считай до 10. Первые призы, медаль. Считай до 10, кубок. Защитись. Давай, давай, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать. Тут нету. Ой! Что это? Это же грузовички и машины. Папа, бегом, выходи. Я нашел машинки, и я выиграл. Да ладно. А я уже думал, ты меня сейчас найдешь, а ты машинки нашел. Молодец! Ну что, пап, я у тебя выиграл с отчетом 4-3. Ну так тому и быть. Ну что, начнем разыгрывать? Давай, конечно, папа. Ну давай, все, раскладываем. Ребят, мы подготовили 3 машинки. Которые мы все-таки нашли, благодаря... Да, и сколько у нас участников? 6. 6 участников у нас, да? Да. Аня ТВ, Антон Ковалевский, Андрей Черновол, Винсент Поланский, Елена Петрушанская и Никита Береснев. Это те люди замечательные, которые написали стихи, которые мы просили написать, да, для того, чтобы участвовать в конкурсе. Итак, мы возвращаемся к нашему, да, конкурсу. Поехали. Ой, упал, упал. Ой. Ну какой? Ну... Кто же будет у нас первым победителем? О, Винсент, да? No! Да, Винсент. Винсент у нас, это первый, кто будет участвовать у нас за борьбу в машинках. Кто, кто? Ковалевский Антон. No! Поехали. Ну, надо... Андрей Черновол у нас неспроста свалился. Аня ТВ. Аня ТВ, третий победитель нашего конкурса. Ну что, спасибо Андрею Черноволу, Елене Петрушанской и Никите Вереснову. Крутые были стихи. Вам огромное спасибо за участие. Не унывайте. Все будет хорошо, да? Ты расстроился? Да. Ну давай выбирать машинки, которые выиграли наши победители. Пожарный грузовик уходит. О, я думал, что он будет. Так, пожарный грузовик уходит Винсенту Поланский. Поздравляем! Поланский, поздравляем! Какую машинку выиграет Антон Ковалевский? Поехали. Бензовоз выигрывает Антон Ковалевский. Вот такой бензовоз, Антон. Он теперь твой. Аскания у нас уходит. Кому? Аня ТВ, можно не разыгрывать, все и так понятно. Последняя машина, последний победитель, да? Поздравляем тебя, Аня ТВ. Пиши нам свой адрес в комментарии, мы тебе эту машинку обязательно отправим. Да. Поздравляем Аня ТВ, поздравляем Винсента и Антона Ковалевского и говорим спасибо нашим другим участникам, да, кто написал крутые стихи для нашего конкурса. Ну что, пишите свои адреса, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Да, ребята, подписывайтесь на канал «Горюшин Груши».
Заходите к Игорю в Инстаграм, да. Там тоже интересно. Там тоже классно. И смотрите, что там новенького появилось. Новые серии за нами. Да. Обещаем. До новых выпусков! Ну, а папа был в шоке, как я машинки-то нашел. Да, кто их туда засунул, теперь будем разбираться. Но это уже после видео. Этого вы уже не увидите. До новых выпусков. Пока-пока. Пока-пока. У-ху. И ставьте лайки, чтобы не пропустить наше новое видео. Смотри другие видео. И не забудь подписаться на канал.